Привет! Вы на канале «Игры с куклами». И сегодня мы будем открывать песочную картинку «Маленький художник». Набор для детского творчества 5 с плюсом. Здесь у нас нарисован мышонок, который красит цветочки на картине. Здесь в руках кисточка и палитра с краской. Итак, давайте начнем. Открываем. Вот скотч. Сейчас я открою. Вот. Так. Что же там у нас есть? У нас там есть такие специальные штучки из разным песком. И вот сама картинка. Где-то там должна быть еще одна штучка. Она. В середине ничего нет. Ой, а как мы будем раскрашивать? А цифр-то нету? Придется так. Что же? Нету. Где же? Нету цифр. Как мы будем раскрашивать? Инструкции нету. Почему-то. Всегда вот таких наборов должны быть инструкции. Ну, видно, это инструкция. Ну, собирать по цвету. Ладно. Наверное. Наверное, да. А зачем вот здесь тогда 1, 2, не знаю. Так. Если здесь хотя бы наклеечки были. Ладно, начнем. Давайте сразу. Ой, а 1 это белый? Ну ладно, давайте сначала по счету. Первое у нас 1. Так. Как-то прямо. Помоги, пожалуйста. Я не могу. А я пока буду пытаться открыть. Песок. Рассыпался песок уже у нас. Да. Жалко. Так. Вот у нас белый цвет. Сейчас мы будем в нем клеить. Итак, первое. Везде вот так вот. Все. Вот. Уже и так уж и мало рассыпали. Надо бы сразу, наверное, все снять. Наверное. А потом как-то назад посыпать. Не спеши, не спеши. Сегодня мы будем учиться что-то делать песком. Вот. Так, смотри, где еще. Не, подожди, подожди, подожди. Где здесь? Там, подожди, еще немножко нужно все. Белый цвет, все. Осторожно, осторожно. Цепь. Сюда. Больше. Ой, стоп.
Давай. Прижимай. Очень крупный песок для этой картины. Угу. Вот это настоящая правда. Так, второй цвет есть. Вот как у нас получается уже. Ну что, не так много. Так, место. Сюда на ротик. На. Больше давай. Еще. Еще. Здесь много надо. И вот сюда, на кисточку. Сюда. Все. Так. Сюда. Куда? Да, сюда. Thank you.
Вот такая у нас вышла. Чуть-чуть как-то у нас не вышел. Ну, вот такой песочный. Да. Всем пока!